have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и планета Ланы. Продолжаем. Продолжаем заканчивать, если это будет правильно. Я не знаю, кстати, что стало с нашим зверьком. Ой, где? Муй нашего забрали. Вот уж, не знаю. Всегда его убивали при малейшем контакте, но сейчас его... забрали почему-то. Нам так и не потрудятся, наверное, это объяснить. Типа, почему так происходит, если забирают всех. Но причем тебя почему-то убивают, и твоего зверя убивают. Но когда это удобно и нужно, то вас опять забирают. Вот это вот... продолжаем видеть одну и ту же текстурку с утесом вот этим вот уже вторую серию подряд. Вся игра сделана из таких вот кусочков, которые просто продолжаются один за другим. Ты сначала думаешь, как это авторы поленились и запихнули второй раз, третий раз одно и то же место в игру. Они вообще в принципе не парились, они их штук по 10 позапихали, одинаковых, игрок и так схавает. Без Муи ты вообще никто. Так-то уж, если пошло. Отъехали. Ну, по идее, так должно было быть. Посмотрим, как будет на самом деле. Именно, кстати, этот зверек наша загрузка. Все это время. Так что Лана тут как второстепенный персонаж. О, после могилы родителей очнулись. Неплохо, флешбеки пошли. Галюные флешбеки. Лана! Мы не управляем нашей судьбой. Или управляем. А вот наш Муи, который нам гораздо дороже и гораздо нужнее, чем Ило. Это символизирует, что мы их обоих уже потеряли. Не знаю, посмотрим. Зачем вот это гудение в ушах? Неприятно. Его оставили во время загрузки. Не самый разумный ход. Белые экраны во время загрузки, это тоже не самый разумный ход. Ну ладно. Так, нас кто-то подобрал, нас кто-то лечит. А вон, кстати, уже и основной хаб, к которому мы шли все это время. Девочка на самом деле абсолютнейшая бестолковая, как главный персонаж, ей не хочется сопереживать, ей не хочется за нее волноваться, потому что все за нее делает зверек. Она в принципе не одупляет, где она находится, что она делает, она просто бежит вперед. Часто у нее это не получалось бы, она вообще никуда бы далеко не ушла без этого зверька. Я не знаю, если тут хотят вызвать какое-то сочувствие к персонажу. То ли то, что они делают, не работает, то ли уж даже не знаю. Упс, пардон, ребят. Так, что у нас тут? Мы видим еще одного человека, которого не поймали. Дед какой-то, пастух, не пастух. Она же маленькая, какого фига ее сделали ростом со старика? Она же низенькая, типа у нее даже сестра выше, чем она. Тяй. Она Лана. Ракуэн. Ракуэн. Татане. Лана Памаомена. Мой.
Илю. Тилай, Лана. Олай, Ракуэн. Ракуэн, чувака зовут. Так. Ага. Ага. У каждого был такой спутник, смотрите. Определенная частота. Ключ. Это определенная частота. Это мы знаем уже, да. Где сейчас будет нажимать? И у него живет робот. Дед, давай подходи уже скорее, пожалуйста. Он частоты, что ли, не знает, или... Да, давайте потратим еще больше нашего времени. Спасибо. Спасибо, что это не заставка. Спасибо, что это... А, вот... Стоило чуть-чуть пожаловаться, они мне сэкономили 10 сантиметров. Дан-дан-дан-дан-дан. Их перенастроить надо. С музыкой отвратительно, честно говоря. Подождите, сейчас, ребята, немножко поэкспериментирую, вернемся. Так, ребят, это отвратительно, потому что мне пришлось здесь потратить чудовищно много времени. У меня не, я в принципе помню мелодию, там, дам, 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 но настроить их по одной нотке оказалось очень трудно. Да, ну нафиг такие загадки. Вроде оно. Сейчас посмотрим. Ой, я могу поехать на этой фигне? Да. Краткое описание этой сцены. Да, мы поехали на этой штуке. Зачем в этом всем кутаешки? Дайте мне насладиться поездкой-то. Блин, кутаешки это вообще зло. Я думал, мы в 23-м году избавились от чертовых кутаешек. Они почему-то до сих пор существуют. Кто это придумал, блин? Это должна была быть красивая катсцена, а не вот эта вот погоня, блин.
Че, все, он сдох, что ли? Перегорел? Почему? Пройдя через робо-армию, ачивка появилась. Деда жалко, он этого робота ловил, перепрограммировал, делал. Мы пришли, о, а я знаю мелодию, и забрали робота, и сломали его нафиг. А что теперь? Ну, у деда, конечно, осталась правильная мелодия. Что, по идее, да, но, блин. Че, все, хватит экшоне. Давайте обратно в унылые загадки. Я, честно говоря, не увидел, в той клетке увезли нашего черного, не увезли. И что с нашим КТ происходит? Ну, короче, ладно, пофиг. Потерял лошара. А, да? Да? Хорошо, понял. Нам придется сейчас долго и нудно ждать, пока он поедет в обратную сторону, чтобы мы долго и нудно прыгнули сюда, потом туда. Магнит, который нам, скорее всего, придется активировать. Да, сюда я забираюсь, а зачем? Не, погоди, это все для того, чтобы сюда забраться. Погоди, ну это же импосибл. Видите, да, ну хорошо, давайте магнитом пролезем в другую сторону, может, мы что-то найдем. А, туда мы не ездим. Так как-то не двигается, нет, это не двигается. Мне пропрыгать отсюда надо будет. Я отсюда никак это не пропрыгаю, вы чё? Да не, вы здесь... Подожди. Туда я его не пропихну, правильно? Мне его перенести надо, этой фигней. Сейчас посмотрим, если он цепляется. Если перенести с той стороны, да, я заберусь. Пропрыгать? Насчет пропрыгать я очень сильно сомневаюсь. Ну вы что, шутите, что ли? Это импосибл.
Должно быть еще что-то. Он выключается. Ну, это логично, он же электромагнит. Ну, допустим. Да ну нет, это невозможно допрыгнуть, вы чё? Там, блин, присядь ты, голова дурная. Хвати! Получится? Ну ладно, черт с вами. Серьезно, уже практически конец игры, я до сих пор не понимаю, как здесь прыжки работают, блин. Когда он идет туда, скорее всего. Да, когда он идет туда. Ну, в принципе, логично. Очень часто на такую логику. Не улетел. Нам на следующий шаттл надо. Нахождение пути внутрь. Вообще беспалевно. Зачем ты сел? Зачем ты полетел? Тебя ничего не загрузили, тебя ничего не разгрузили. Зачем это было? Вы просто так туда-сюда летаете? Финальную фазу. Вот мы и тут. Там сейчас будут разгружать по одному. Это до минутку. Нужно было пойти чекнуть. У нас эта серия получается с вами нарезочками. Я не хочу, чтобы она сильно выбивалась. И мне интересно было, успеем ли мы это пройти. Наверное, все-таки мы не успеем допройти, потому что это еще не финальная катсцена, тут, скорее всего, будет еще целый уровень
на этом корабле. Давайте еще немножечко тут побегаем, посмотрим, что мы успеем сделать. А потом уже решим. Я уж подумал, никуда не уходит. Но он уходит. Все это в пару приемов придется делать. Так, тут он меня не видит, хорошо. Ждем. По крайней мере, он это не включает обратно. Спасибо ему за это. Они не запрограммированы на подобную ересь. Все, до свидания, прощай. Оп. А вон все животные как раз. И они просто перерабатываются. Да, они просто перерабатываются в какую-то питательную смесь, смотрите. Уй! Что с ним не так? А, он какой-то ценный экземпляр. Ну, из-за того, что они телепаты и всякое так. Да хватит, блин, давай шевелись скорее! Начинает там на лапами своими махать. Ой, нет, ой, нет. Так же бесит такое поведение. Видели? Сначала прыгает на месте, когда она вперед, а когда надо прыгнуть на месте, он все наоборот делает. Ну как так-то? Мне кажется, опять же, нужно по ее следу будет сейчас идти. Сейчас посмотрим. Хотя она сюда довольно далеко заезжает. Не успеем. Зачем ты? Нельзя возвращаться, не завершив цикл. Лезь скорее, да лезь, ты инвалидная, блин. Как же раздражает эта медлительность. Я не знаю, это прям вот огромнейшая проблема этой игры. Это страшная медлительность и неуклюжесть всего, что происходит. Просто раздражает неимоверно. Я не так много в ней играю. То есть получается, что я на нее трачу там пару часов в неделю на игру. Но каждый раз это доводит просто до того, что встаешь и у тебя прям аж нервы. Так, ладно. Иди, шевелись, почему ты смотришь, как его увозят? Иди, шевелись. Ой, нет. Шевелись, почему ты сидишь и смотришь там внизу выключатель? Иди.
выдавливает, прикинь. Книжку без него, оно докуда идет? Аж до меня. Сейчас может его так поднять? По идее, успел. Нажать я этой штукой не могу, да? Я могу вот так сделать, но зачем мне это? Ладно, подождите. А, я могу... Я понял, что мне надо. Стой. Я так постарею, если я буду так делать. Да вы чеканулись там или... Погоди, я могу просто бросить его там наверху, чтобы он мне не мешал? Я тогда сам оттащу. Иди к черту. Почему вот эта штука лапками не может хватать и тащить. Теперь мне еще надо будет на кнопочку там нажать. Освобождение Муи. Ну, потому что она без Муи вообще никто. Так. Давай, Муи, сюда. Помоги, Муи. Потому что без твоего помоги мы тут вообще ничего не сделаем. Давай, Муи. В смысле, я же выключил. Или что ты от меня хочешь? А, наверху. Ого, погоди. Все так просто.
Не, да вы офигели! Нельзя так, это ж какой-то Флэппи Бёрд, вы чё? Какого же... Чтоб тебя... Это же штука неуправляемая нафиг. Это реально начинается какой-то Флэппи Бёрд. Наверное, самая отвратительная часть игры. Подождите, ребят. Да отстань ты, отлепись ты от этого пульта сраного, чтоб тебя... Просто офигеть, какое бесячее место. Да прыгай ты вперед уже. Конечно, ты его оторвешь, блин. За мной, мой, давай. Так, ладно, ребятушки, думаю, на этом тогда будем заканчивать. Я очень сильно поторопился, сделав выводы, что какая-то серия последняя, предпоследняя. Я понимаю, что это уже идет к финалу, но тут еще может хватить на поиграть немножечко. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.